Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами сделаем очень нежную, милую композицию цветочную и также сделаем кашпо, которое делается буквально за несколько минут. И давайте начинать. Я уже подготовила кубик. Это у меня пеноплекс. Толщиной он у меня 2 сантиметра и склеила я его в 3 рядочка. Нижнюю часть я уже обклеила гофрированной бумагой, а теперь покажу, как я это делаю, обклеивая верхнюю часть. Мне кажется, что такой мой кубик-рубик, как я его назвала, это очень хорошая альтернатива, когда нужно сделать много маленьких букетиков, а ничего подходящего нет, то приходит на помощь пеноплекс, пенопласт, обклеиваешь, декорируешь, и получается красивый нежный букет. Обклеила. И теперь нужно задекорировать. От работ с 8 марта у меня осталась вот такая вот, по-моему, гофрированная бумага. Я отрезаю полоску высотой чуть-чуть выше, чем мой кубик. Кубик мой размером 7 на 7 сантиметров. И просто по периметру обклеиваю этой бумагой. Вместо такой бумаги можно взять любую другую бумагу для скраббукинга, можно взять ткань, можно взять бархат, велюр, в общем, все то, что есть дома или как пожелает ваша фантазия. Все вот так вот быстро, просто и, главное, очень нам подходящее. Готов мой кубик-рубик, будущее кашпо для букета, и теперь переходим к цветам. Я делаю из отрезка 3 на 5 сантиметров форму лепесточка, лепесточек в виде капельки. Как обычно, использую итальянскую гофрированную бумагу. Сложила заготовку пополам и вырезаю. И затем просто растягиваю лепесток. На один цветочек я использовала 15-16 лепесточков. Роза получается среднего размера. Если хотите более пышную, более открытую, то берите больше лепесточков. Собирать я буду цветок на шпажку. Беру первый лепесток и по нижней части наношу клей на лепесток. И этим лепестком плотно-плотно обкручиваю саму шпажку. Со вторым лепесточком я проделываю все то же самое, приклеивая лепесток напротив первого. И стараюсь, чтобы все лепестки у меня были на одном уровне, на одной высоте. Затем все остальные лепестки. На остальные лепестки я наношу клей, буквально одну капельку на краешек нижней части, и не прижимаю, не обкручиваю, просто даю лепесточку лечь так, как он сам того захочет. И постепенно-постепенно, приклеивая таким образом все лепестки, у нас получается роза. И здесь это все очень просто, очень быстро, не нужно делать никаких рядов, не подкручивать, просто растянули и собрали цветок. И последний лепесточек подклеиваю, завожу его под первый, вернее под предыдущий, и роза готова. Не забываю обязательно приклеить чашелистик. Для чашелистика я беру, как обычно, зеленую бумагу размером 4 на 5,5 сантиметров и проделываю всю ту же самую работу, как обычно, с чашелистиком. Вырезаю зубчики, каждый зубчик
подкручиваю, растягиваю саму заготовку, наношу клей и подклеиваю к цветочку. Вот наш цветок и готов. Теперь собираю композицию. На свое небольшое кашпо я подготовила 5 цветочков, которые расставляю сначала в каждый уголочек своего кубика Рубика, а затем 5-й цветочек посередине. И розы я вставляю в свое кашпо немножечко под наклоном, чтобы они слегка свисали из самого кашпо. И в дальнейшем промежутки все буду закрывать. Не забываю про листики. Листики у меня уже были готовы, для чего-то я их подготавливала заранее. Для этих роз и для этой композиции они немного крупноваты, но я уже не стала переделывать, оставила их в таком размере. Но для этих розочек идеально будут листочки размером 4 на 5 сантиметров или 5 на 5 сантиметров. Добавляю цветы по периметру своего кашпо, немножко вставляю в серединку. Сразу композиция становится более насыщенная и сочная. И мне захотелось добавить еще чего-то беленького. Я сделала вот такие вот маленькие пушистики. Видео нет на канале, как их сделать, но в ближайшем будущем я посвящу несколько видео мелкоцвету. И вставляю свои пушистики и тем самым разбавляю всю композицию. Добавляется нежность, какая-то пушистость, наверное. В общем, букет начинает играть новыми красками. Да, и свои маленькие белые пушистики я делала на тонкой проволоке, а так как прокалываю пеноплекс я шпажкой, то они не очень держатся хорошо, и именно их я уже вклеивала на горячий клей. Цветы и листья я не вклеивала, они держатся очень хорошо, пеноплекс это не пенопласт, и с ним, конечно, в этом плане работать гораздо удобнее. И заполнила все пустые места своими белыми пушистиками. И потом мне захотелось добавить еще к самому своему кубику Рубику кашпо шпагат. Отмотала нитку, обкрутила в 3 раза само кашпо, завязала бантик и на этом готово. Очень быстро, очень просто, очень легко, но при этом получается очень нежная композиция и по-весеннему романтическая. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока, до новых встреч!